В учреждениях образования уже через месяц вновь зазвучит звонок знаний. Пока юные бобруйчане набираются сил, к 1 сентября в стенах родных школ преображение до неузнаваемости. Шик и лоск повсюду – и в учебных кабинетах, и в спортзале, и в музее. Надлежащая подготовка к новому учебному году – одна из основных задач, которая стоит перед коллективом нашего учреждения образования. Мы стараемся сделать все, чтобы в школе были созданы безопасные и комфортные условия для наших детей. В школе действует пропускной режим и установлено 17 видеокамер. Особое внимание тем, кто только начинает шагать по длинной лестнице образования. В 28-й школе в 5 группах продленного дня апгрейд на максимум. Новые кровати, линолеум, на стенах свежая краска. Каждый учебный год мы ждем с нетерпением. В классе обновляется много чего. И покраска стен, и замена линолеума. Ребятам, конечно же, приятно приходить в обновленный, красивый кабинет, и очень от этого зависит эстетическое восприятие школьного процесса. Яркими красками пестрит и 30-я школа. На сцене актового зала блестящий ламинат. В 7 кабинетах 105 парт, 210 стульев. Заботятся и о команде педагогов. Для них 45 учительских столов. Новая мебель и в столовой. Мы поменяли на 60% ученическую мебель. Письменные столы для преподавателей. Получили еще 10 новых компьютеров. Меняем старые компьютеры на новые. То, что я перечислила, это было закуплено за счет бюджетных средств. Не узнать и первую гимназию. Здесь ремонт на каждом углу. Покрашены стены, потолки, полы. В некоторых кабинетах новая мебель, напольное покрытие. В санузлах заменена плитка. В кабинете информатики и технического труда современные компьютеры и станки. Хочется отметить инициативность и, наверное, трудолюбие своих работников, и технического персонала, и педагогических работников, потому что они относятся очень ответственно к тому, чтобы дети пришли в замечательные, отремонтированные кабинеты гимназии. К 20 августа все учреждения образования Бобруйска должны получить паспорта готовности. В этом году на ремонтные работы из бюджета выделено более 5 миллионов рублей. Было закуплено 28 компьютерных классов, 103 персональных компьютера для управленческой деятельности. Кроме того, спортивное оборудование, оборудование для классов трудового обучения, технологическое холодильное оборудование для пищеблоков. Ну и особое внимание, конечно, уделено территории учреждения образования. Апгрейд не обходит стороной прилегающих к школам территории. Новое асфальтовое покрытие, современная тротуарная плитка, комфортные лавочки, зеленые насаждения, визитная карточка учреждения образования, от которой глаз не оторвать. Елизавета Липиева, Максим Калинин, Бобруйск, 360.